День добрых дел. У новорожденного Тимура врачи обнаружили редкую патологию – синдром Нунана. При таком заболевании на фоне порока сердца у ребенка формируются особые черты лица, снижается интеллект, возникают проблемы с ростом. Когда мама малыша услышала это от доктора, то была растеряна. Маму с сыном долго не выписывали из роддома. Потребовались дополнительные обследования. Доктора подозревали у Тимура нарушение зрения и слуха. Затем была детская городская больница, сотрудники которой продолжили выяснять, что за человек такой появился на свет. И вот, наконец, мальчик оказался дома. В родных стенах состояние Тимура начало улучшаться. Невролог посоветовал родителям посещать занятия в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». «Там я впервые увидела столько детей с особенностями вместе», вспоминает мама Тимура, разного возраста, с разными возможностями. «У меня открылись глаза. Я увидела, как много нам нужно работать. Здесь мы оказались на своем месте». Педагоги центра отмечают, Тимур очень любит заниматься. Он стремится к новым знаниям, игре, движению. Дома вместо тапочек он надевает ролики. А еще его поглощает музыка. Любой предмет в его руках становится музыкальным инструментом. Мама надеется, что со временем Тимур сможет пойти учиться в школу. Но без нашей помощи Тимуру и другим подопечным центра «Дорогу и добра» не справится. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. Слово «ступени», пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.